Всем привет, дорогие друзья, с вами Илюха Зверев, и сегодня я хочу протестировать вместе с вами, рассказать свое мнение про игру FIFA 2016 года и про Evolution Soccer тоже 2016 года. Я склоняюсь к какой-то из игр сейчас к покупке. Доступны демо-версии обеих игр, давайте в каждую из них поиграем, я скажу свое мнение. Итак, давайте начнем с PlayStation Store. Посмотрим, сколько у нас стоит FIFA по предзаказу, сколько стоит, PES его буду называть. FIFA у нас выделена, при том, смотрите, на главном экране, потому что, видимо, проплачено. FIFA 2016 года, там же женский дивизион появился. Так, это мы не будем смотреть. Так, увидеть больше, переходим на страницу игры. Так, смотрим, предзаказ. Это демо-версия бесплатно. Стандарт pre-order 3400 рублей. Это самая дешевая версия, самая максимальная 5500. Так, 3400, 5500. Поняли. Давайте перейдем в поиск и наберем, чтобы не искать. Вот так вот. Посмотрим, сколько стоит по цене. 2600 рублей. Так, ну это походу... Да, только одна. 2600 рублей. Окей. По сравнению, кстати, с 15-м годом она стоит 3500 рублей сейчас. Давайте начнем с FIFA. Я уже поиграл и в первую, и вторую. FIFA 16-го года я поиграл 2 дня. В PES уже, наверное, неделю. И что могу сказать? Ну, до этого играл в FIFA. Только FIFA всегда. И вот где-то начиная с 2014 или 2013 года, я понял, что она каждый год вот прям похоже одно и то же. То есть ничего нового. И как бы вот эта детализация сама игроков и игровой процесс, ну как-то вот, не знаю, начало смущать это все. Здесь у нас команда, конечно, Барселона, Месси. А в PES у нас Неймар. А тут уже, в принципе. This is the Real Madrid lineup. Sergio Ramos plays with Pepe in central defense. Знаете, что меня первое смутило? Это, наверное, вот ноги игроков. Посмотрите на ноги, как я их, по крайней мере, вижу на телевизоре. Ноги мне у них совершенно не нравятся. Они такие, знаете, какие-то тоненькие. Как-то странно они бегают. В принципе, вот такая же тема у меня была по отношению к FIFA 15 года. Играл и на PlayStation 4 в магазине, тоже смотрел. Особой там разницы вот между, к примеру, 16 не заметил. Жалко, что в демо-версии нельзя сложность настроить, потому что все-таки забить довольно-таки сложно. Но трибуны выполнены так себе, я, по крайней мере, удовольствия не получаю, смотря на них. По отображению поля немножко у нас отличается как бы, угол камеры, который у нас направлен на поле, и немножко отличается управление. У нас отбор подкат в FIFA у нас на кружочек, FIFA у нас на квадратик подкат. А, в PES наоборот на кружочек, то есть немножко перепутано. И ускорение у нас получается в FIFA на R2, а в PES у нас ускорение на... А, это R2, на R1. Не прет. Пишите в комментариях, вот, по крайней мере, что вы сейчас видите, к чему вы склоняетесь, что вы любите. Проводил опрос в Инстаграме. Ну, как выяснилось, знаете, ну, народ пополам делится. Есть любители FIFA, есть любители PES. Я на данный момент больше склонен к Pro Evolution Soccer 16 года. Сейчас, я думаю, один тайм сыграем как раз. Этого будет достаточно. И перейдем уже... Про Evolution Soccer. Так, давай, вперед. Давай. Здесь, видите, нам даже подсказывают навес. Ну и кружком удар. Не попали.
Так, это я нажал. Danger zone. Эта книжка теперь вот так вот выглядит. Она изменилась по сравнению с 15-м годом, конечно. Окей, делаем навес. И давайте удар. Рамос! Рамос не забил, так. Давайте подкаст сделаем. Месси уроним. Отлично, мяч наш. Гарет Бейл. Иньеста. Луис Энрике took over as coach. Вот то ли в PES как-то более живо они выглядят. Ну, как-то приятнее играть. Серджио Бускетс. Ну, это лично мои впечатления. У меня еще ни одной не было куплено в FIFA, но на консолях. Поэтому вот я теперь задумался о выборе и стою перед выбором. Либо купить FIFA, либо купить PES. Ну, видите, по цене тоже разница есть. 3400 и там 2600. Эх, не туда пасы, да. Peter out that attack, it's the goalkeeper's ball quite easily. Gerard Pique, I think he can expect this reception every time he comes back here. Ну, неточные пасы радуют, потому что чтобы всегда все прилетало точно, это тоже неинтересно. Нравится мне отнимать этими подкатами. Смотрите, все грязные. Грязь на игроках остается. Это тоже хорошо. Освещение не нравится. Но вот как прорисованы сами игроки, не нравится мне очень. Ух ты, он какой красавец. Так, давайте сделаем подкат. Он все равно идет. Так, завтра не успеем, наверное, атаку развить. Да, не успеем. Ну, в принципе, вот на таких повторах красиво все прорисовано, хотя руки заваливаются, видите, у него на грудь. Вот это красиво сделано. Ну, это, скорее всего, может, самые, как бы, продвинутые, популярные команды так прорисованы, остальные хрен их знает. Жалко, что здесь нельзя сыграть в женскую лигу, именно в демке. И вот новые возможности игры, это женские сборные, женщины в игре, впервые в серии FIFA, соревнования 12 женских сборных в режиме быстрых матчей. Запустим Pro Evolution Soccer. Ну как вы, сторонник чего, FIFA или PES? Как я уже сказал, там было 50 на 50. Кто-то FIFA, кто-то говорит, что FIFA forever, кто-то говорит PES forever. Что FIFA сдул, что PES всегда был фигней, или наоборот, вот такое противостояние. Выбираем русский язык. Демка без озвучки. Играем дома. И поиграем, к примеру, играть за Бразилию против Баварии Мюнхен. Так, стадион выберем. Арена. Окей, играем. Менюшка тоже простая. Сейчас посмотрите на картинку, вот она мне нравится чисто визуально, наверное, больше. И угол наклона камеры, такой, знаете, повыше. Ну, трибуны вдалеке такие же, как и в FIFA. Ну, конечно, Неймар, да, круто прорисованная. Ну вот. Короче, здесь у них ноги нормальные, ребят. Вот что я хотел сказать. Это как-то красиво так выглядит. Неудача. Будет отворот. Ноги красивые. Насчет трибун. Ну, трибуны, в принципе, знаете, все то же самое. По, как бы, механике игры. Наверное, тоже мне PES нравится вот здесь больше. То есть, кто из вас играл в демо-версии FIFA или PES, пишите в комментариях, ребят, выясним с вами вместе. У каждого человека должно быть свое мнение.
У меня вот почему-то такое мнение, что мне из этих игр больше понравилось вот это. Так, давай ускоряемся. Давай, это у нас кто? Неймар, что ли, бежит? Давай, 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 давай. Не получилось. Пойдем по Сане. Штанга была. Не получилось. Было красиво. Так, убираем. Ну, давайте заново разыграем. Вот не знаю, как поживее играется. Управление, конечно, приходится привыкать, потому что кнопки немножко разные. Ну, это где-то минут 5, и опять уже все знакомо. Угловой. Так. Ну. Погнали. Неймар. Игры. Да. Согласен. Что, желтый будет, ну? Оп. Ну, сам налетел. Вот так вот. Видели, вот как получается, да? Это хорошо, что сложно. Прям вытащил, тихо. Бывает. Так, давайте повтор завершим. Пойдем заново в атаку. Прям не пройдешь. Классный пас, Люк вообще просто молодец. Позор. Нет, давайте выбивать не будем. Пойдем пасом. Красиво так, что трава взлетает. Кстати, пока не увидел, а грязь у них на одежде остается здесь или нет. Потому что, по крайней мере, все это есть. Высоко. Ну вот отсюда грязных игроков я пока не вижу. Так что звучит грязные игроки. Так. А вот и нет. Оп-оп-оп. Так, давайте вперед, вперед, выносим. Прикинь, ты не ту клавишу нажал. Вот что значит после FIFA пересаживаться на PES. Точно. Что прям компьютер развивает атаку так. Пасуется, пасуется. Прям интересно за ним бегать. Так, давай, Неймар. Спасибо. Итак, первый тайм закончен. План игры, что мы здесь имеем? Да,
параметры футболиста. Можно настроить. Готовые атаки, стартовый состав, управление данными. Загрузить. Понятно. Яркий момент, статистика наша. Ну, главное меню. Да. Ну что я могу сказать? Я до сих пор склоняюсь почему-то по игровому процессу к PES. Вот. Напишите в комментариях, дайте мне знать, что выбираете вы. Какая из этих двух игр для вас лучше? Я, скорее всего, отдам 2600 именно за PES, нежели FIFA 2016. Вот так вот. Ладно, все, ребят, давайте. Пока.